Проигрыватель виниловых пластинок из Японии для внутреннего рынка. Очень качественный аппарат. Полностью автоматический. С родной хорошей иглой. С родным шеллом. Защитная штучка, что не позволит вам без пластинки поставить тонар в автомате на слип-мат, чтобы не вырвать кантилевер. Многие неопытные пользовали, постоянно его вырывают. Потом жалуются, что типа это не мы виноваты. В общем, состояние у него отличное, что крышки, что петель, что контактного провода. Из композитного материала, очень плотного, похоже, как на эбонит такой. Вот. Красавчик проигрыватель Sony. Это я все уже освободил. Начинаем проигрывание. Есть функция повтора. Хватает скорость в автомате. 3 3 45. Можно рукой передвинуть. Канал стерео, левый канал. Thank you.
все. Красотулище, а не аппарат. Автоматически, с возможностью управлять рукой. Кварцованный. Держит обороты диска вращения чудесно. Вообще шикарный аппарат.